сильно болят глаза, когда с закрытыми глазами смотрю внутрь и пытаюсь сосредоточить внимание в верхней части груди. Мысли рассеиваются, боль отвлекает. Как быть? Не пытайтесь вот искусственно впихнуть в себя. Вот у вас обязательно будет вот это напряжение. И еще результат будет, когда искусственно пытаетесь что-то в себя впихнуть духовное, вы искусственно начинаете рождать ваши ощущения, ваши переживания, которые не будут плодом Духа Святого. Это ваше. Вы разжигаетесь вот в этом напряжении, начинаете психологически рождать ощущения в себе. Это не от Духа Святого, это от вас. Терпеливо, мягко делайте и делайте. Просто поймите, что это естественно, что сразу не получится. Поэтому терпеливо, идите терпеливо, постепенно к своей цели. Не нужно напряжение. Лучше постепенно, мягко, чем вот пытаться чрезвычайно быстро достичь цели. Это чаще всего бывают ошибки. Идите постепенным путем. Все, по-моему, получится со временем, не напрягайтесь.